В Северном Казахстане за последнюю неделю зафиксировано 36 случаев пожаров. Крупные возгорания произошли и на территории областного центра. Об оперативной обстановке с пожарами рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. На территории нашей области уже больше месяца не стихают случаи возгорания. Огонь пожирает сотни гектаров камыша и сухостоя. Нередко он добирается и до построек. Так, за неделю в регионе произошло 36 пожаров. Несколько из них в Петропавловске. 9 мая по улице Нурсултана Назарбаева, 121, загорелась квартира жилого дома. Согласно данным, пожар начался из-за короткого замыкания холодильника. В помещении оказались заперты 3 человека, в том числе один ребенок. Спасатели пытались эвакуировать людей через балкон, однако техника не могла пробиться сквозь кроны деревьев. Тогда было решено вскрывать входную дверь. К счастью, жертв нет. Ребенка доставили в больницу, здоровью ничего не угрожает. С учетом того, что именно под этими окнами растут деревья, и кроны этих деревьев расположились на уровне 4-5 этажа. Так как у нас современная пожарная техника уже напичкана различными датчиками, которые предотвращают там опрокидывание случайное его. Значит, именно когда в крону дерева подали автолестницу, начали срабатывать эти датчики, и происходило периодическое блокирование этой лестницы. Немало пожаров случилось и в праздничные дни. 8 мая по улице Копай, 574, загорелась хозпостройка. Огонь перекинулся на жилые дома. В результате постройка уничтожена полностью. Также повреждены 3 дома. Площадь возгорания 140 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет. 9 мая, 17:54, произошло загорание камыша и стихийной свалки также в данном микрорайоне. Микрорайоне Копай на площади 500 квадратных метров с переходом на частный жилой сектор. Также повреждены жилые дома, частные жилые дома и хозяйственные постройки. По словам спасателей, 76 всех случаев возгорания приходится на жилой сектор. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и систем печного отопления. В целом, с начала года в области произошло 250 пожаров, 19 из них – на лесных массивах. Материальный ущерб составил 106 миллионов тенге. Тамерлан Тлеубаев, Урал Амренов, служба новостей.